Увидеть мир заново смогут запорожские ветераны благодаря бесплатным операциям по удалению катаракты. Такую возможность пенсионеры получили в рамках проекта «Мы – это город». 100 тысяч гривен выиграл местный благотворительный фонд, который занимается проблемами восстановления зрения. Первое оперативное вмешательство по замене хрусталика врачи уже провели. Подробности расскажет Виктория Печерская. Запорожский пенсионер Юрий Петрович смотрит на мир по-новому. Буквально пару часов назад врачи заменили ему хрусталик глаза. В прошлом году пациент уже перенес аналогичную операцию. Поэтому, отмечает мужчина, практически не переживал и сейчас чувствует себя отлично. Приятно было, не страшно было. Как-то это все обставлено, оформлено таким образом, что, ну, это, чтобы сказать, в удовольствие нет, но в нормальное рабочее состояние. Не страшно, не больно. И вот сам люди, производящие эти операции, ну и сама операция, видно, уже до того отработана, сделана, что никакого беспокойства, никакого страха. Операция не так сложна, как технически, технологически. Должна быть очень хорошо обставлена. Должна быть дорогостоящая аппаратура, чтобы с минимальной травмой для глаз поменять хрусталик мутный на прозрачный и вернуть человеку зрение. Всего врачи бесплатно прооперировали уже с полсотни запорожских ветеранов. Одна операция стоит около 6 тысяч гривен. Для многих пенсионеров, отмечают в благотворительном фонде, это непосильная сумма, так что без помощи социального проекта мечта о нормальном зрении осталась бы просто мечтой. Прежде всего, это инвалиды Великой Отечественной войны, участники боевых действий, участники Великой Отечественной войны, дети войны. То есть это категория тех людей, которые на сегодняшний момент больше всего нуждаются, поскольку материальное положение у них очень-очень плохое, пенсии небольшие. Это уже второй год. В прошлом году комбинат выделил порядка 50 тысяч, в этом году порядка 100 тысяч. И как уже мы сегодня слышали, более 50 человек прошли уже операцию. И сегодня они по-другому смотрят на мир. И я хочу пожелать им только здоровья. Потому как это все-таки старшее поколение, которое в свое время нашей стране отдало немалые силы, усилия. Сегодня мы перед ними в определенном долгу, и мы этот долг сегодня возвращаем. В фонде отмечают, замены хрусталика ожидают еще около сотни пенсионеров. Если удастся найти средства, то и они получат возможность смотреть на мир новыми глазами. Так что сотрудничество запорожский промгигант и общественники планируют продолжить.